Научи меня, Боже, любить. Я думаю, еще буду работать, видимо. Есть основные такие, основной стержень. Аранжировку сама будешь делать, все сама. Да, будет делать церкви. А мне, знаешь, нравятся эти стихи Константина Романова, великого князя. Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Действительно, если Господь не научит любить, не даст это, то ведь мы сами не можем настолько любить людей. Аминь. Да, аминь, какой. Вот почему ты выбрала, хотя я знаю почему, но все-таки почему ты выбрала вот эти стихи? Вот видите, в календаре. Да, в календаре. Случайно совершенно увидела эти стихи, но я их слышала до этого, они меня сразу затронули, знала, да. Вот когда я Бога прошу любви, то приходит такая любовь, действительно, неподдельная и мудрая вещь. Ну, как сказано в Коринфянах, никогда не перестает. Да. Любовь, которая никогда не перестает. Кого мы ждем, он тот, кого мы любим, ему всю жизнь отдам, там вечности прибудем, где нет сирот и вдов. Даже ночи нет там. Невозможно, потому что это в песне, тем более, это сразу чувствуется. С любовью она или она холодная, без любви. Если в ней дух или его нет. О, это наверное, Маша. Машенька пришла. Это Маша. Ой, как в школе училась? Хорошо. Как успехи?
Что получила, хотелось? Никаких. Никаких еще? Ничего не ставили тебе? Маша первоклассница у нас, видите? Ой, Машенька, вот какая ты красивая. Ты... Ну как дела у тебя? Хорошо. Ты меня помнишь? Угу. Ты в школу пошла, первый А. О, Валера, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Приветствую. Спасибо. Все хорошо у нас? Как учительницу зовут? Надежда Леонидовна. Ой, Надежда Леонидовна. И вы там все у Надежды Леонидовны такие красивые, хорошие, умненькие. Скучаешь о мамочке? Нет, там весело. Ты мне еще нарисуешь мамочку? Мне нравится, как ты рисуешь, правда? Нарисуешь. Говорят, портрет сохраню. Ну, прекрасно. А Илюшка вместе с тобой в одной школе учится? Вы в разных школах учитесь? Да. Ага, ты, значит, будешь математик. Да? Или музыкант. А оно похоже. Ноты тоже надо считать, как их поставить и как их спеть, правда? Ну, пойдем. Пойдем. О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Вот так вот пою. И делаю, пою и делаю. А соседи стали. Стали соседи. Почему? Все время музыка. Все время пою. Я их предупредила еще, что с Нового года еще и дети начнут играть. В разных комнатах причем. Один здесь на виолончели, другой там на скрипке. Кто на скрипке? Маша на скрипке, а я на виолончели. И им некуда будет скрыться. Я их понимаю. Я не знаю, что... Слышимость сильная, да? Ну, достаточно... Ведь занятия на инструменте – это не то, когда мы просто играем музыку. Если бы они сели и сыграли концерт Чайковского... То никто бы не возмущался. Никто бы не возмущался. Но ведь это же будет просто распил инструмента. Гаммы, попадание в точность, фальшь. И я прекрасно понимаю соседей. Когда мы с сестрой вдвоем занимались, мы обе заканчивали по классу фортепиано, все соседи были нашими врагами. Сестра старше тебя, да? Старше меня на 5 лет. И она тоже музыкант, тоже музыкант. Тоже поет, нет? Играет? Поет в хоре она у нас.